Другая скрытая, скажем так, деталь от вот этой сирийского пасьянса состоит в том, что своей активностью, своим военным вмешательством в дела Сирии и сегодняшним решением Совета Федерации, который санкционировал подобное вмешательство, Путин, во-первых, фактически опубличивает, оживляет все эти тезисы о российской агрессии, страшилки, которые были запущены и пропагандой на Западе, и там заявлениями от президента Эстонии до президента Польши. Он как бы оживляет, и он, наоборот, еще больше толкает Европейский Союз в лапы, так сказать, да, Америки и НАТО. И это очевидно. Системы европейской безопасности четкой, единой интеграционной не существует. И США будет использовать сирийский инцидент для все большего усиления своего влияния в зоне европейского интереса.